Теперь это как раз самая ситуация. Та же самая ситуация. Абсолютно. И, ну, знаешь, какая вот четвертый блок, да, почему он был добавлен? То есть изначально три блока было, как ты сказал. Протест? Да. Ну, в общем-то... У тебя сейчас трафики есть на сайте? Нет. Я работал просто через Авито, у меня все было как бы... А что ты уже 5 тысяч настраивал через Авито? Нет, почему? А через сколько? За сколько? Ну, средний чек ведения занимался, у меня где-то 7 тысяч. Ну, ведение, да? То есть настроил, дальше что-то ведет. Вот. Соответственно, в таком формате работал, да, и, ну, скажем так, сейчас планирую пустить трафик, но я думаю, как бы это грамотнее сделать. Почему? Потому что... Просто возьми пусти. Хорошо, пущу. Но как вот предыдущий вариант, да, допустим, я пускал по трафик, в принципе, конверсия небольшая, там буквально пару процентов. Поставь дорогие тарифы только. Убери дешевый. Вы, понимаете, ни себе, ни людям это называется. Вам, вот смотрите, к вам приходит человек, вот называется тариф, например, тест, да, у тебя он там называется. Ну да, да. А по факту смысл какой? Человек приходит, он просто тестирует нишу и уходит. Куда он уходит? Он же у вас должен заказать, в принципе, второй, да, следующий пакет, но он у вас его заказывает? Нет. Потому что вы его, блин, делаете уже как за 20 тысяч. А если делать плохо, то он по-любому уйдет. Да, короче, да. Я говорю, ни уму, ни жопе эти тарифы. Выбирайте по этому. И все, у тебя люди будут заказывать дороже. А, у вас главное, знаете, именно у тебя в твоем плане, и в твоем тоже, важно просто закрыть на телефонный разговор. Пусть они просто звонят. Правильно? Ну вот. А что мешает сделать просто еще одну версию, ну, сайта, без, такую же? Без цен. Ну, или без цен, да, и ты уже с ними разговариваешь. Или поставить ценник вот сколько хочешь, сотку ставить, или там, ну, просто потестить. Ну, и просто но посмотреть. Кстати, закрывается тоже. Вот, а хоп, тебе начнет народ реально звонить, и ты увидишь, что, ну, блин, там, 35... Я могу объяснить, есть какая проблема. У меня проблема, почему у меня ценники стоят. Потому что я не хочу общаться с людьми, которые за 5 тысяч хотят настраивать индустрию. А у вас... Проблема в том, что вы не хотите обслуживать людей за 5 тысяч рублей, но у вас стоят такие ценники. Значит, вам проще, если вы хотите со всеми общаться подряд, то лучше убрать ценники. Если вы хотите общаться только с крутыми чуваками, поставьте минимальный ценник, какой-то поприличный. Вот и все. У тебя реально будут приходить люди более адекватно. Да, может, конверсия еще спадет. У тебя будет больше... Ну, сколько ты тратишь на вида? С директа считал? Ты с директа? Ну, да. Ну, я давно пускал, где-то год назад, да, если там буквально... Не, ну реально, я пропускал там определенный счет. Сейчас скажем, конверсия 2-3%, да, и средний клик, наверное, где... Ну, короче, по 1000, наверное, все-таки клиенты выходили. 1000, может. Лид или клиент? Лид. А, смотри. Сказал... Ну, вроде 1000, да. Если вы хотите запускать трафик, всем рассказываю, на поводу Яндекс.Директ, там, лендинг-пейджи, кстати, в том числе. Ну, лендинг-пейджи еще, поскольку. А, я вам рекомендую, что сделать. Используйте RSIA и PMS. Почему? Потому что там охват аудитории где-то 30-40% в любом случае вы получите. При этом вы будете использовать все те же самые горячие ключи. Цена за клик поставьте 10-15 рублей. Все. И вот вам лид будет обходиться в 300 рублей. Директологу рассказываю, как настраивать. Я, в принципе, RSIA подумал. Ну как, все да, могу. Я имею в виду на поиск, не на поиск. Просто тогда у вас будет реально уже не 1000, то есть он будет 300 рублей стоить. А так, если на поиске ты будешь херачить, то они будут стоить по 1000. Я помню, у меня на поиске год два назад, что ли, 2,5 назад обходился лид 100 рублей на поиске. Золотые времена нужны. Есть просто проблема. На поиске идут неадекватно. Я это просто знаю. Это все прощелкивают, смотрят. Нет, они приходят просто неадекватно реально. То есть там бывает такой гомотрафик приходит, даже если вы в спецразмещении сидите. Вам лучше не знать. А по лендингам нужно. По ЛПшке не можно. По ЛПшке можно, по-моему, максимально 60 рублей. Что-то в районе того.
Ну, спецключение. Почему? Ну, это просто один из моих смотрящих. Ну, я гонял, там, у меня 1000 что-нибудь было. Мне как-то уже звонил, говорит, мне надо дорого, но результат не было. Потому что я решил это фикс. Все то же самое, в общем, остается тебе. Тебе тоже нужны кейсы и тоже оформить. Возьмите, как говорится, посоветуйтесь друг с другом, подумайте, как лучше быстрее будет помочь.